В самом сердце пакистанской пустыни Челистан прошли 15-е соревнования Desert Jeep Rally. В этом году в гонках по пересеченной местности участвовали более 130 внедорожников. В Пакистане их называют джипами. Это отразилось в названии ралли. 57-летний водитель Ронни был победителем в 1994 году. Потом соревнования прервались из-за проблем с безопасностью в стране. В 2005 гонки возобновились. С тех пор Ронни ежегодно в тройке лидеров. Это большая честь и гордость, и это доставляет огромное удовольствие. Но я не гонюсь за трофеями. Ронни считает, что у гонок по бездорожью в Пакистане большое будущее. Они становятся интереснее. В первые годы соревнования проходили на дистанции в 100 километров. Теперь она увеличилась до 500. Зрителей тоже прибавляется. Мы наслаждаемся и прекрасно проводим время. Удивительно, как они водят эти джипы. Это очень сложно, зрелище захватывающее. Песок летит в небо, и лица людей покрыты пылью. Маршрут ралли-рейда проходит через три района Пенджаба. Рахим-Яр-Хан, Бахавал-Нагар и Бахавал-Пур. На пути встречаются несколько крепостей, в том числе Деравар.